Основными причинами совершения ДТП остаются несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. Таких у нас 74 ДТП, в результате которых 10 человек, к сожалению, погибло, и 101 человек был травмирован. Несоблюдение очередности проезда, 21 дорожно-транспортное происшествие. В результате 2 человека погибло и ранено 25 человек. Нарушение правил проезда пешеходных переходов. 15 ДТП, в которых, к счастью, погибших нету, но в результате все-таки 15 человек было ранено.